друзья. Время 6 утра, ну уже 6:15 где-то. Мы с вами в моей любимой Южной тайге. Это уже конец лета. Как раз таки первая моя вылазка по Боровой, в частности по Рябчику, в угодье. Традиционно солнышко, вон, ну смотрите, красота. Прямо из-за елок, из-за этих. Такой туман сегодня. Я шел прям через поле в тумане. Ничего не видно. Сейчас вроде уже так. Солнце поднялось. Тумана поменьше. Попробуем поманить Рябчика. Я думаю, что рано, конечно, еще, как обычно. Хотя в прошлом году примерно в это время уже добывал. Сейчас пройдем по традиционным местам. Ну, там, слышите, там железка. Вот где-то поезд едет. Сейчас пройдем по железке. Здесь он всегда был. Но сейчас я попищал. Вроде пока он молчит, засранец. Год на год не приходится. Ну, смотрите, вообще прям красотища. Сейчас прям электричка одна с другой. Молчат рябчики. Ну, в принципе, можно сейчас будет присесть, чайку попить. Отвечает, но не хочет подлетать. Такая вот красотища. Семь утра. Вот он отвечает, но он не подлетит. Еще справа, и вот этот ответил. Но они здесь сидят. Не, ну можно еще попробовать, конечно, но крайне маловероятно. Дайте еще посидим минут 15.
Ну нет, нет, ребята. Это они, молодой выводок, сидят выводком. Ответят, помолчат. Не подлетают, нет у них пока никакого желания собираться в группу или там бороться за территорией. Не хотят. Молодые, молодняк. Здесь всегда вот это вот сектор такой, метров 50 тут до ЛЭП, ну, может, 70. И где-то метров 100 до железки. Я всегда здесь прихожу, первым делом здесь проверяю. Вот, а потом уже, потом иду обратно. Сейчас я выйду на лесную дорогу, на нашу с вами любимую. И в путь дорогу дальнюю. Нет. Где-то в этом секторе сидели и все. Не хотят они пока. А это что у нас, лисичка? О, да, наверное. О, ну давайте сейчас. Лисичку, лисичек вон еще. И вон тоже. Ну, сейчас мы тут лисичек пособираем. Вон еще тут. Ну вот, хорошо. Грибочки хоть пособирать. Красота. Сейчас мы где-то пакетик взял. Сейчас посмотрим. Я вышел, ребят, на вот такую лесную дорогу, которая ровно ведет к железке. Вот там полянка такая. Ну вот оттуда я пришел. Народу машины стоят. Уже вон там где-то переговариваются грибники. Где-то едут еще. То есть вот все, народ просыпается. И так вот я смотрю, солнышко уже так довольно высоко. И появились облачка. Но, впрочем, погода прекрасная, рябчиковая. Я вышел, дошел до этого места специально. Я знаю, тут вот в прошлом году, причем еще когда сезон был закрыт, тут выводки сидели вот в том секторе. Он такой глухой довольно-таки, но нет, народ-то ходит. Люди-то все равно будут ходить. Ну а что поделать? Грибы и рябчики – это вещь неделимая, ребят. И я поэтому... А, ну вот какой-то... Это что у нас? Маховичок такой вот растет. О, смотрите, какая красота. О, а, это ложный. Вот это вот ложный. Видите, тут коричневое. Вот они пошли. Я уже давно наблюдаю. Раньше таких не было. Ну, раньше еще, когда я в отрочестве в моем. А сейчас вот такие не надо брать. Плохие. Ну, вот тут вот подберезовики должны быть. Вот. И сейчас мы... Я сейчас вот туда углублюсь. Где-то тут они были. Сейчас дальше пройду. Ну, хотя бы полкилометра туда углублюсь в лес от этой лесной дороги. Ну, параллельно. Так, а вот... Ох ты! А вот это белое, ребят. Вот, смотрите, какая красота. Так я говорю, грибы вот сейчас, вот здесь вот почему-то сюда редко ходят. Сейчас мы тут все пособираем с вами, с грибов наберем. А это уже такой он перезрелый, здоровый гриб. А это красота, вот идешь охотиться на рябчика, грибы обязательно собираешь. Потом суп можно сварить, шулюм, рябчик с грибами. О, вообще, сейчас все. Ну, крепенький такой, маленький. Прям вообще красотища. Мне кто-то писал, что ты неправильно собираешь. Надо их выкручивать. Всю жизнь, вот, всю жизнь срезал вместе с дедом. О, какие. О, красавец какой. Всю жизнь срезал вот так вот. Дед срезал у меня, и я буду, ребят, срезать. И не надо мне рассказывать, выкручивать там, еще что-то выдумывать.
это прям, ну это вообще грибище. И главное, не червивый, ничего. Вот это махарик такой большой. Ну прям мхи такие вот у нас. Южная тайга, мхи сфагнум, прям ковром стелится. Там дальше брусничники такие большие. Вот. Так а что ж, нужно и попищать, на. Сейчас пока, или пока рановато. Да, я углублюсь маленько. Вот все-таки туда, в сторону железа. Сейчас мы будем с вами поезда слышать. Вот тут прям россыпи всяких поганок. Это прям очень грибные места. Хорошие такие грибные места. Тут вот открытая полянка. Не знаю, насколько... О, а это... Ну, я надеюсь, это не поганка. А? Это березовик, да, точнее, ну, такой красавец. Ну, немножко уже его насекомые поели, ну, смотрите, да, красота тоже. Ну, поезд пошел. Да, вот здесь, я говорю, здесь прямо... И народ-то не ходил пока. Это прям очень грибные места. Так, это сыроежки. А вот еще. А, ух ты, это подосиновик, ребят. Вот он какой. Красавец, смотрите. О, смотрю. Красота ведь. Их еще называют обабок. Вот такой вот. Ну, давайте сюда, наверное, выйдем пока. Там посмотрим. Вот тоже. Ну, это, по-моему, сыроежка. А, нет, тоже. Тут большой подосиновик. Ну. Вот они здесь всегда росли. Вот такие. И видно, что... Ну, недавно прям. Это я и пакетик маленький взял. Сейчас мы тут насобираем с вами мешок. Да запросто. В принципе, я-то себе задачу не ставлю грибы собирать. Мы с вами охотимся. Но это все вот параллельно делается. Вот тут вроде более-менее открыто. Но сюда садиться... Нехорошо. Я бы сейчас, честно говоря, присел бы и туда вот. Присел бы и попищал. Попищал его. Чайку попил. Все-таки тут немалое расстояние. Вот еще. Какой красавчик. А это прям... Такой, ребят, свеженький, маленький красавчик. Вот правильно говорят. Растут, как грибы после дождя. Вот они вам и выросли. Так. Открыты такие березы. Открыто, но в принципе как раз для рябчика. Хоть чаю попить. Ну не ответит, и ладно.
Где-то далеко. О, вот ответ. Где-то очень далеко отвечает он. Примерно вот оттуда, со стороны железки. Старая вот эта ель, на которой я сидел упавшая. Красивый лес. Но нет, ребят, видите, выводок сидит. Они между собой там перепискиваются. Подлетать не хотят. Они даже, по-моему, дальше сместились. Ну, мы люди не гордые. Мы сейчас туда пройдем. Маленько в сторону железки. А нет, так значит... Ну, пойду еще. У меня тут еще есть одно место. Еще дальше. А вот, пожалуйста, смотрите, прям молодой подосиновик. Ну, это прям красавец какой. Так что пока только грибы, ребят. Ну, ответ был, но я говорю, это сейчас дохлый номер. Можем туда подальше подойти, а может еще время тоже. Вот. Они же такие солнцепоклонники. Может еще следует маленько походить, подождать. Сейчас еще... Пойдем, грибочки параллельно собираем и присядем, опять будем пищать. Так эта охота интеллектуальная, такая спокойная, выдержанная охота и происходит. Все, собираем грибы. Брусничка пошла. О. Ну, она только-только начинает. Еще, конечно, не созрела, не совсем созрела. Я знаю, тут брусничники большие. И еще маленько черники есть. Я вот смотрю, там ягоды. Ну так она отошла уже. Брусника позже. Да. Горьковато еще. Вот уже такая перепревшая черника. Где-то находятся ягодки. Вот тут поганочки, все как надо. Ой, прекрасно, прекрасная прогулка сегодня. Я еще надежды не теряю. Я добывал и в 11, и в 12. Так что все нормально. Вон чага, пожалуйста. Я снимал уже. Очаги подробно. Ссылку выложу в описании. Ну вот, кусочки можно отсюда собрать с этой березки. Вот вам дары природы. Ну давайте дальше грибочки посмотрим. Вот. Еще брусник вон. Ну такая уже получше. Да, прям уже такая сладенькая. Но здесь такой плотный сосновник. Они все в него и сели. Рябчики. Я сейчас кружок обойду. Присяду куда-нибудь еще. Елка завалилась.
Ну что, ребята, это вообще просто... Меня... Я снимал все, оказывается, а у меня на объективе крышечка, это колпачок защитный стоял. Я все, короче, в темную снял. Ну, тут было целое шоу. В общем, вот, смотрите, трофей, но без головы. Видите, без головы, ребят. Я ему просто разнес тушку. Ну, грудки вроде целые, нормально. И вот здесь он сидит, вот здесь он сел, вот, что, 5 метров, 4 метра. Между березой вот этой и елочкой. Вот сюда вот, на ветку куда-то он подсел. Там я его добыл, собственно. Ну, я не знаю, я стрелял без контейнера. Так все равно тут, наверное, дисперсант нужен был вообще какой-нибудь. Главное, что они продолжают где-то там пищать. Ну, сейчас замолчали. Ну, тут целый выводок, так штук 5 их было, грибники их. В общем, грибники толкнули на меня. Это тут просто такое шоу было. Они вокруг летали. Один чуть мне просто в лицо не налетел. Отвернул вовремя. По земле садились. И все это я не снял. Все, вот из-за этой крышечки. Ну, ё-моё, вот такие кадры. Зато вот гриб тут растет. Прекрасный боровичок. То есть вот здесь он сидел. Вот где-то вот. Примерно вот где-то на этих ветках. Его аж сюда снесло. Вот и перо здесь. А я рассказываю, снимаю что-то, елки-палки, думаю. Да. Ну, это такое, это, конечно, молодой петушок. Да, прям вот видно, он прям этого выводка этого года. Вот, очень много тут этих у него черт на маховых перьях. Но бесконтейнерная семерка. Ну, как так-то, ну? Вот, еще где-то ягодки какие-то тут вот находятся. Ну, я их сразу в рот. Вот трофей, ребята. То есть, ну, не просто же так вот здесь появился. Гильза, все, чтобы вы не думали, что я его с собой тут откуда-то принес. Вот так вот. Да, обидно. Но ничего, бывает.